Варианта, в принципе, два. Значит, первое. Создавая ООН, Сталин был неправ, потому что он дурак. Вот. Значит, вариант второй. Сталин был умный, и ООН России нужна. Вот. Я склоняюсь ко второму варианту. Вот. В принципе, ООН, да, то есть как бы это организация, которая закрепила миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, да, в роли, с роли СССР как державы-победительницы. Значит, и понижение роли ООН в последнее время, да, оно, так сказать, неразрывно связано с понижением, так сказать, международной роли России. И восстановление роли ООН, да, оно также с ним же связано. Значит, и безусловно, то есть как бы ООН является уникальным инструментом для участия всех государств в управлении мировыми процессами. В том числе и уникальное, естественно, право вето, да, и уникальная роль Совета Безопасности ООН. Значит, если бы, так сказать, в свое время Россия была бы достаточно сильна, да, США не посмели бы игнорировать Организацию Объединенных Наций и в одностороннем порядке начать военные операции на Ближнем Востоке, извините. Вот. И тот хаос, который сейчас на Ближнем Востоке царит, да, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, вот, значит, Югославия, да, это все связано с падением роли ООН в мире. Если бы ООН была бы сильна, США не посмели бы этого делать. Вот. Поэтому, безусловно, ООН нам нужно. Нам нужно восстанавливать роль ООН, и нам нужно восстанавливать свои позиции в ней.